Омтивируей про наиболевшийшем. Подпишите и не пропускайте новые видео. Обязательно пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы сильнее, когда объединены. И плевать им на Как вы знаете, 11 января Сейм этой страны, окончательном чтении принял законопроект об экспроприации культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге. Я напомню, это экспроприация не своего в Латвии. Это экспроприация объекта не латвийской собственности, частной, общественной или государственной, это собственность правительства Москвы. Мы говорили о том, что все это попирает нормы международного права, которые гарантируют неприкосновенность собственности других стран. Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобные беззакония полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Повторяем, шаги российской страны будут жесткими. И крайне болезненными для Латвии. Юрий Кузнецов написала: дайте Гамлета славянам. То есть, все то, что лучше у них есть, то, что Достоевский называл священными камнями Европы, это все уже у нас. Гамлет, Шекспир, прошу прощения, Шекспир бы переехал бы сейчас в Беларусь, а Фолкнер переехал бы в Россию. И они бы с ужасом бы смотрели на то, что происходит там на Западе, участвовали бы вот в эфире у Владимира Рудольфовича Соловьева и рассказывали бы, как надо жить правильно. Похоже, наши военные нащупали слабое место в украинской обороне. Американцы и вообще западники накачивают Украину оружием, а мы нашли асимметричный ответ, который, с одной стороны, позволяет нам парализовать действия противника, а с другой — сохранить жизни наших воинов-героев. Российские высокоточные ракеты с дальнего расстояния систематически и методично выводят из строя энергосистему Украины. При этом мы бьем. А что новенького? Мы бьем не только по а, всяким подстанциям, там а, ТЭЦ там, и, так далее, и так далее. Мы начали бить еще и по газовой инфраструктуре. Насколько я понимаю, это это уже очевидно, что это, это линия, это линия там понятно, к чему она может привести Украину. Удары. Возмездие, именно удары возмездия, именно вот такое э, проявление нашей ненависти, абсолютно святой ненависти Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего Даже в обороне разрушать нужную инфраструктуру Не будут работать госпиталя, больше хохлов будет дохнуть на, на операционных столах, например Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды, отсутствие холодильников элементарных Отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в дерьме, извиняюсь за выражение. Many later. Расстались, замерзает, а пользуемся отопительными приборами всевозможными. В домах находиться невозможно. Замерзаем! 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 Но тем не менее, надо понимать, чтобы пойти в крупномасштабное наступление, нужно выполнить ключевые условия, которые должны быть. Надо до конца выбить всю практически артиллерию, надо полностью уничтожить те резервы, которые есть, надо подавить противовоздушную оборону, потому что в наступлении в любом варианте фронтовая штурмовая армейская авиация должна работать за линией боевого соприкосновения. По-другому не получится, заходя на территорию противника. И, естественно, не наступать по всему фронту, а именно выбрать те участок прорыва. Участки прорыва, которые дадут серьезный успех, но для этого мы должны подготовить еще и свои войска, которые у нас уже приличное количество времени просидели в обороне. Надо вывести в районы восставления боеспособности. Надо обучить людей, так как мы в тоже в числе Великой Отечественной учили штурму городов и штурму укрепрайонов. И только после этого всю эту тему начинать. Я думаю, это не сильно быстрое время, как бы вот сказать, что завтра все начнется, это было бы неправда. На это нужно время. Но я здесь очень бы всем советовал сильно не торопиться. По той простой причине, что не выполнив эти условия, мы, к сожалению, понесем потери. Мы выполним задачи. Вопрос стоит во времени, в потерях и в ресурсах. Правда, да? А нам надо все это что? Минимизировать. ОМТВЮА про головне. Это государство неудачники. Привет, дорогие друзья, и это очередные тупые фейки. Пусть будут образовательные фейки. На этой неделе, учитывая, что ну, буквально сразу после праздников неожиданно получила развитие история про дедоларизацию. Очередной тупой фейк от РИА новостей. Рассказывают про то, что посмотрите, какие невероятные результаты. Каждая третья страна ООН. 68 стран как бы они не занимаются дедоларизацией, но, по крайней мере, думают об этом. Причем среди прочих стран, естественно, фейкоделы для убедительности тащат в этот список еще и Китай. Дескать, Китай тоже занимается дедоларизацией. Ну да, учитывая, что у Китая самые крупные торговые отношения с Соединенными Штатами Америки, а потом с Евросоюзом, и эти две валюты как раз являются резервными. Ну ладно, разговор про доллар. Какая тут может быть дедоларизация? Да Китаю-то, в общем-то, и не нужна дедоларизация. Ну, просто потому что юань, он, в общем-то, фактически является тоже одной из резервных валют. То есть она свободно конвертируется по миру в тот же доллар. В этом просто нет никакого смысла от слова совсем. Ну, конечно, самый здесь умопомрачительный момент – это приглашенный эксперт, который рассказывает о том, что, оказывается, этот процесс дедоларизации приводит к тому, что в мире происходит Девальвация доллара. Кто-нибудь, может быть, заметил девальвацию? Эта девальвация проявилась в том, что с улиц попрятали табло обменников, что доллар уже за 90 рублей, а было за 100. Это такая девальвация. Я уж не говорю, почему этот весь процесс воспринимается фейкоделами с пропагандой как успех-успех. Ну, в общем, успех, ага. Дедоларизация. Ну а конечно, самым мощным фейком этой недели стал Нарышкин, который рассказал про то, что все планы США, они оказываются еще более коварны, чем мы подозревали до этого. Оказывается, США, это вам не просто так, они готовят новую пятую колонну, взамен той, которая, как он говорит, уехала. Это вообще что за вольности? Куда они уехали? Ну да ладно, пятую колонну из тех, кто учился в Америке. Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами, выпускниками американских программ обмена. При должной обработке, как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны. Эти американские шпионы будут раскачивать ситуацию, влиять каким-то образом на выборы, и таких набралось немало. Потому что по подсчетам Нарышкина через образовательные и культурные программы прошло до 80 тысяч россиян. Кстати, какое у него поле для деятельности. Это ж просто уму непостижимо. Сейчас будут всем, в общем-то, как бы отягчающий момент лепить. Проходил обучение в США. А может быть есть во всем этом бреду какое-то здравое зерно. Может быть действительно те, кто вредят в данный момент, они как бы проходили образование в США. Ну, допустим, такие, как Маргарита Симоньян, да и, собственно говоря, Киселев, главный мэтр телевизионной такой махровой пропаганды, он тоже получал какое-то дополнительное образование в Соединенных Штатах Америки. Подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании до видео.